Всем привет! В прошлом видео вы уже видели, что я установил на консоль Unbearnic RG35XX операционную систему Garlic. У меня теперь две флешки, и на каждой находится отдельно, значит, операционная система. На одной Garlic, на другой стоковая Unbearnic. И вот у меня такое возникла такая мысль проверить, кто из них быстрее загрузится, ну и какая по производительности будет быстрее. Потому что в форумах пишут, что некоторые пишут, что Garlic быстрее загружается, быстрее работает. Некоторые пишут, что наоборот, стоковый Unbearnic быстрее. Ну и вот сейчас такой проведу наглядный тест. Кто из них в холодную быстрее запустится, да? Ну все, давайте протестируем, посмотрим.